49. Погнали. Бомбы. ЦКСЦ У2Т1. Воды нету. Да, здесь нету. Есть эта тринка смешная. Швардс. Да вроде получше будет, чем Д12. Дайте пробежать. Спасибо. Не забулили. Понятно. Блин. Вы странные. Пенис зеленый. Что это за хуйня? Странная хуйня. Убрали. Привет, Света. Привет, Феникс. Привет, Гаджерезе, тоже с днем рождения. Могу завязать штуку. Господи. У нас тоже с днем рождения. Привет, Сириус. Сложно будет сделать. Ладно, пофиг. Она вообще была там. По-моему, там ничего не было, кстати. Или было? Я бомб до хрена. Чё я парюсь? Чё я парюсь? Можно не париться. Похоже, первое. Вторая тем. Видимо, здесь. Полезный этаж. Компост. А, тут хп-то не забрать. Тут хп можно забрать. Хп-то я не заберу, нихера.
Ладно, пофиг. Неотмеченных. Душный этаж первый. Бдыщ. Бдыщ. У меня ключей нет, но... Бегуда у меня тем более нихуя нет, поэтому я эту гулу не хочу выкидывать. Билд отсутствует. Ты башку хоть можно играть. Дай холсап. Не даст. Тоже неплохая активка, мне кажется, башка получше. Аккуратно. Лошадиная тут же таблетка есть. Заманчиво на самом деле. На самом деле заманчиво. Эйфилмс. Белая. Окей. Не, дальность очень плохая. Если это будет минус дальность, это будет катастрофа. Это не здесь, серьезно. Чего нахуй? Чего нахуй? Как это не здесь? И даже лошадиный тирдаун будет не так плохо, чем лошадиная минус дальность. Потому что у меня дальность будет 2 с чем-то, наверное. Это будет на грани неиграбельности. Поэтому не знаю, готов ли я есть лошадиные таблетки или нет. Возможно, и нет. Так, я походу нашел. Привет, Фрейдок. Привет, Плотникова. Помню, лошадиный терапилс. Был такой. Такое тоже бывало. Я покажу какое-то странное будто расположение первой секретки. Что я даже, видимо, искать не буду, наверное. Это охуенный пункт. Спасибо, что бомба есть. Одна бомба, нет проблем. Куда разогнался? Куда разогнался, говорю? Я залочу. Вообще, наверное, даже возьму с собой. Это все же хилка, как ни крути. Что-то можно поломать? Можно. Привет, какой. Лошадиную. Не, не хочу. Дальность плохая. Чревато.
Слишком чревато. Вау. Завис. Там же плюнул секретка. Ой, да в пизду. Сам проверю. Проверил. Мог не проверять. Что-то, по-моему, два дня уже подряд вижу миссию нового секретки. По-моему. Не отпускает. Давай, скорости нет все равно. Да ёбаный ты, блядь, гриб нахуй. Сегодня вообще сплю. Еле-еле хватает дальности. Привет, Маверик, привет, Старуэс. Тут можно камни поломать. Наверное. Привет, Ультра. Полгода комната. Так. Поломать. Полетели. Почему так дорого опять? Соси хуй, Килберн, серьезно. Ну что это, блядь, за цены дегенератские? О, хуй, она стоит, блядь, 3 хп. Пиздец, что потерял хп. Ну, полет того стоит все же, наверное. Так, а что там было? А. Там оставил приколы. Были какие-то приколы? Приколы были. Черевод был. Обшивкерц, наверное. Блять, Excited. Подожди, Excited со стоп-вотч. Как это вообще будет работать? Наверное, плевать. Я напереживу. Привет, Фингер, привет, креветка. Не, это брать не надо. Я куплю батарейку, наверное. Чуть позже. Давай еще заделки не будут на этом этаже. А, походу, кстати, это игнорит стоп-вотч. По-моему. Сейчас вроде быстро было. По ощущениям, сейчас было довольно быстро. Он просто игнорит стоп-вотч полностью.
кого? Ну, скорости уже много. Слушай, дэмэдж. Твитстер. А, ну хотя не. Не, все-таки, по-моему, стопач он полностью не игнорит. Мне кажется, было бы быстрее без стопача. Кажется. Хуйня открылась. А, да, наверное, была лошадиная удача, да. Получается так. Получается, наверное, так. Да, там вроде была белая таблетка полностью. Этот финальный хопнул. Надеюсь. Здорово, Меркулёв. Меченые. Вроде не видать. А, да. Запушил бомбаган. Почти получилось. Кстати, бомба, наверное, игнорит, да, броню грибов, полагаю, да? Как и все остальные враги с броней. Бомбы, по идее, игнорятся. Перр. Хорошая карта. Шикарно. Чули одно протухшее. Не особо. Остаюсь в плюсе. Удачи. Неплохие табли. А вот он, рейндж даун, кстати. Вот мы его нашли. Кстати, было близко, да? Тоже белая только, походу, с этой... с пупыркой. Тоже, походу, белая была. Печально. Теперь вообще нет дальности. 4.6. Ладно. Red Shadow. Спасибо за удачного стрима. Слушай, где первая секретка? Не знаю. Не знаю и знать не хочу. Шли отсюда. Привет, Урдан.
О! Сделки. Хорошо прокают. Жаль, они пока довольно бесполезны. Ну, в принципе, даже, наверное, брать их сейчас может быть полезен, но я залочил уже. Тем более стринкой. Хотя, в принципе, так и так. Было бы два, наверное. Не было бы два. Я стринки получил одного всегда. А теперь будет два бомжа, возможно. Часто. Уже мечный. Может, камень? Ну, камень. Почему дожить не могу? Ancient recall. Вау, дальность. Теперь выше базовой. Поздновато уже для ПХД, по-моему, еще получше. Даже это получше, наверное. Офигеть, что сделал? Я, по-моему, пока еще все ползелки пропнули подряд. Ну, а это мы, конечно, как на подбор. Ладно, так мы возьмем. И опять за три синих, блин. Жесткие, конечно, айтемы. It's like she's fucking five. Спасибо за 111 барашек. Теперь, по идее, играет. Без шипов? У меня нету хп, 100 хариш уже хп, хп фармить. Так, забег душный. Вот это может зайти еще. Крамбус мне вроде не особо нужен в этом забеге. Наверное, это я возьму. Терзам. То, что мне нужно было, отлично. И Библию еще где-нибудь найти бы, желательно до сделки.
Это было бы очень клево. Это было бы очень клево. На сделке Библию не заметить. Опа. Так, по-моему, такую я ел. Сап. Так, что-то можно паролить. Что-то можно паролить. Паролить. Ничего, ролить. Только магаз, наверное. Разве что. Где вообще магаз? Я вообще увидал, по-моему, нет. Где магазин? Босс Раш. Кстати, я не помню, босс Раш ролится. Наверное, босс Раш ролится, если он у тебя открыт. Но вообще не уверен. Про босс Раш не вспомню. Но может быть и ролится. Блин, магаз вообще в каком-то очке, походу. Грустно. Curse of the Resident Sleeper. Kinda, yeah. Куда вы тут заберете, господи? Привет, Бункермен. Пострашнее ролик? Ну ладно. Ай. Сейчас башка зовется, это какофония. Это какофония? Ты тут походу недавно. А, ты сам сделал эмоут? Ты художник. Художник. То есть я сейчас буду рулить. Ничего. Не, вообще ничего. Ни одного этого. Кстати, интересно, а Polaroid ролится или негатив? Я, наверное, не хочу это проверять, конечно, но... Чисто ради прикола. Нет, нет, ради прикола я не буду даже пытаться. Точно нет. Страшный прикол. Прикол в минус стрик. Так, я хочу сделку увидеть. Это было бы здорово. Блять, тайминг. Стоп-вач меня выгибал. Все, 248. Блин, месяц работы. Кек дабл. Тяжелой работы Иден Стрикера. Не жалко терять. Конечно, сделки нету. Кстати, первый раз за забег не дали сделку пока. Впервые не прокнуло.
Но похоже, мы сейчас будем Библию нюхать. В ближайшей сделке. Все лучше бы на боссе дали Библию. А сделку дали бы нормальную. Там этому получше в среднем на сделке должно быть. Столько говна уже увидел. С любым уже будут хорошие айтемы. Библия. Не, 4 библии не может быть, я же все равно ее потрогаю. А вот она. Потрогали. Все. Налог уплочен. Как говорится, и слава богу. Слава богу, Библия. Вот. Погоди, бля. Yeah, it's from Crystal Castles. Большой шанс на звук. 90. Наверное, прохнет. Наверное. Блять, не убегу. Тупик. Ай, ну вам. Все равно убегу. Ты мерзкий ран. ДПСа мало, но умереть невозможно. ДПСа мало. Для бомба. Это будет 100? Нет, не будет 100. Я уже бахал бомжа. Все? А, его крип заебошил. Стал всадник. Думаю, что он так потек. С чего ради? Ебани ему. В середине февраля ебануло минус 30. Неплохо. У нас было плюс 7 или плюс 8, по-моему, недавно. Потом минус 15 через пару дней. Тоже с кайфом. Тоже вроде будут морозы скоро снова. Если не обманывают. Балдежная зима. О, а вот и балдежная сделка. Вот она и пришла. Надо было просто подождать. И вот она пришла к нам. Хороший тринкет. Хороший тринкет. О, минус дамаг. Стой. Удачи много! Реально много. Аж 3. Yeah.
Так, наверх, наверх. Нет карт, мне карты нету. Там был тупик очевидный. Здорово, Прокс. С возвращением. А есть кто делал стрики на Такане? Были такие стрики, да. Кто-то, по-моему, делал. Я делал, по-моему, для бусти стрик в Гридиер, по-моему, на Такане. Ну, по-моему, забил после 5 или 7, по-моему, ранов. Шаг это оказалось не особо сложно, как я думал. Не прям сверхсложно. Такая просто нудный. Он не сложный, он просто нудный. Очень много надо фармить и дрочить эти расходники. Просто медленный. Но он не особо сложный. Он тупо сложен на гридмод и на успеть до босс-раша. У него две сложности. У меня VR такая, она говорит, ну да, потому что никто его, как бы, кроме меня не играл. Возможно, и VR. Я такие VR люблю, как и 4 цели, вон на Таласеме тоже на VR, что там 2 Калекина наиграли за все время. Люблю такие рекорды, где я играю один, там я точно буду чемпион. Так, ГГ 249.